У Элеонор Портер есть чудесный роман «Поллианна». Девочка, которая осталась без попечения родителей, вынуждена была приехать жить в дом тети. Строгая, суровая, холодная женщина. Что помогло Поллианне выжить в этих условиях? Игра, которую научил играть ее папа. И суть игры заключалась в том, чтобы в каждой непонятной, неприятной ситуации находить две причины для радости. И знаете, играя в эту игру, Поллианна не только смогла приспособиться к новым условиям в своей жизни и адаптироваться к ним, но и помогла тете научиться радоваться жизни и стать просто счастливым человеком. Также и местные жители этого городка, в котором жила Поллианна, тоже смогли взглянуть на свою жизнь и заметить, что есть еще место для радости, несмотря на те печали и грустные ситуации в их жизни. Может быть, сейчас пришло время и нам поиграть в эту игру и научить играть в нее наших детей и тем самым поддержать себе, помочь себе, а также помочь нашим родным и близким.